В аутсайдерах оказалось 8 районов. Впрочем, это не самые печальные цифры, ведь могло быть больше. Представители районных администраций объяснили плохие показатели тем, что мало желающих жить на селе. Такая проблема есть, но зачастую люди просто не знают об этой программе, о выгодных условиях, которые она предоставляет. Ведь если соблюсти все условия, то благодаря программе можно получить кредит до 600 тысяч рублей на 15 лет всего под 2%. Первый вице-губернатор порекомендовал главам районов активнее информировать население и сдать достраиваемые объекты до 15 ноября. А в целом же, как отметил Сергей Балыкин, программа «Сельский дом» реализуется неплохо. За время работы программы «Сельский дом» введено у нас 16 600 домов, это 1,5 миллиона квадратных метров. 2013 год намечаем 1900 домов, первое полугодие введено 576, третий квартал запланировано 1045, ввели 812, четвертый квартал необходимо ввести еще 300 домов. То есть работа очень серьезная, поэтому задача. Задачи сегодня уже назвали, до 15 ноября необходимо обеспечить нам ввод жилья по программе «Сельский дом» и поставить точку на этом 2013 году. И усиленно работу проводить по заключению договоров на 2014 год.